Семьи индийских строителей, похищенных в Ираке, ожидают новостей от центральных властей. Они приехали в Дели и планируют оставаться в столице, пока не получат хоть каких-то сведений о пропавших. 40 индийских строителей, работавших на иракскую компанию, были похищены во втором по величине городе Ирака Мосуле. Это случилось после того, как 10 июня город захватили боевики группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте, входящей в состав Аль-Каиды. Пока о местонахождении рабочих ничего не известно. Он позвонил в 00:30 ночи 16 июня и сказал, что их доставили в неизвестное место. На следующий день мы попытались с ним связаться, но его телефон был недоступен. На следующий день мы снова пытались ему дозвониться. Он сказал, что всех индийцев вывезли за город. Мы призываем власти вернуть наших детей обратно. Исламистские боевики давно рассматривали Индию как свою цель. В своих видеообращениях они призывали индийских мусульман последовать примеру Сирии и Ирака и начать священную войну против нового правительства. В понедельник власти Индии осудили боевиков и заявили, что принимают сторону официального Багдада. Боевики из Исламского государства в Ираке и Леванте вместе с другими суннитами, как сообщается, захватили десятки иностранных граждан в нескольких городах в долине реки Тигр. Так, в городе Киркук были похищены граждане Турции, Пакистана, Бангладеш, Непала и Туркменистана. Все они также являются строителями.